Друзья, приветствую вас на моем хуторе, на хуторе пана Яна. Меня зовут Виктор. Неделю меня не было на хуторе. Я так соскучился. Истощился и приехал, и просто наслаждаюсь. Вот правда наслаждаюсь. Прям питаю энергию, чувствую как. 2 дня я работал у брата, 4 дня я делал то строение, которому сегодня я буду делать основание, то есть фундамент, для того, чтобы его привести уже на хутор, потому что оно там уже готово. Останется здесь мелочи его там шкурить, красить, ну и устанавливать, само собой. Очень важное сооружение. А то, понимаете, здесь есть оно, но оно такое разрушенное, осталось от прежних хозяев далеко. И бегать тут вокруг, все это делать не очень хорошо. Вот. Процессом я был доволен. Единственное, что хочу сказать, на вот все возможно сделать было бы желание. Но еще лучше, когда есть инструменты. К сожалению, у меня их не было. Но об этом всем знаете в следующих роликах. Я думаю, удаленность нормальная. Здание это само по себе будет колоритное и красивое. Можно будет сказать, будет к месту. Ну, а если мне не понравится, то, конечно, в любой момент я вас могу его взять да перенести. Устанавливать я буду вот эту бочку, и устанавливать я ее буду вот ровно по краю вот здесь. Ну вот так вот буду устанавливать бочку. Это ее положение. Процесс копки идет. Напомню, копаю яму для того, чтобы вставить вот эту бочку 200-литровую сюда. И очень хорошо, на дне уже пошел песочек. Значит, вода будет уходить и не будет здесь застаиваться, которая будет... Видите, здесь же уклон идет естественный. То есть не будет... Она сюда будет стекать, пускай. Застаиваться не будет. Дальше будет уходить в землю.
Ну, а я копаю. То есть, например, когда весной много сюда воды натечет, бочку, вот эту мою, ее не выплюнет вверх, не поднимет, как поплавок. Поэтому здесь очень в этом мне повезло. Ну, а я... А землю я вожу вот сюда. Тут есть такие рельефные углубления. Хочу их выровнять, поэтому сюда свожу землю, потом ее разровняю. Кстати, туалет стоял вот под этим большим деревом раньше. Был М и Ж, то есть на два разделен. Этот туалет еще строился тогда, когда... Ну, здесь была, наверное, школа в этом доме. Друзья, следующий этап. Я вновь устанавливаю свой шаблон. В интернете, конечно, много роликов, как чего сделать. Ну, например, вот я, который ролик взял на основу, чтобы сделать это сооружение, размеры оказались неправильные, которые автор дал. А дальше по поводу устройства самой выгребной ямы. Там также однозначных ответов и советов нету. Тут вообще все непонятно. Ну, я думаю, что вот так вот будет правильно. Единственное, что расстояние, ну, будем мерить отсюда 21, здесь 22. Вот так вот. Все, теперь мне надо копать отверстие под столбики. Итак, выкопал я 4
ямки, пробурился. Это готово. Теперь следующий этап. Сейчас несу бензогенератор. Ну что, далеко ходить? Начнем с близкой. Друзья, следующий важный этап – это выставить все по уровню. Все отлично. Все в уровне. Так, это, напоминаю, это же не обвязка, это макет. Обвязка будет из 4х10. И прикручиваться он будет. Теперь мне надо вставить... О, куда-то я положил. Куда-то ж положил. Вот они. Ну, как мог, изогнул. Считаю, что получилось у меня нормально. Сейчас буду мыть бетономешалку. Ну, короче, хозяйские дела буду делать. Собирать все, паковать. Сегодня еще на работу. Ну, а для вас уже этот ролик выйдет завтра. Задержки практически никакой нету в видео. Так что смотрите, наслаждайтесь. У нас, наверное, в генераторе заканчивается бензин. Значит, у нас сладкий ноябрь, тепло, хорошо. Пойду заглушу. Дорогие друзья, ну вот я закончил заливку, так сказать, опорного фундамента, временного. Это не капитальное строение, но очень важное. Буду делать хозяйские дела, все собирать, мыть и поеду. Еще заеду в одно место, вам покажу интересное. Сходим. Ну, а у меня эти видео сейчас идут без задержек. В плане том, что сегодня я снял, завтра оно выйдет. Я безумно рад сегодня трудиться на своем хуторе. Очень приятно. Соскучился.
Атмосфера здесь такая хорошая, просто мне очень здесь нравится. Я доволен, что я сделал такое сооружение. Вот там у меня еще здесь немножко бетончика. Я сейчас все подровняю. Значит, пока я там работаю, Джон развлекается. Тащит бутылки и на камеру вам шумит. Вот он столько уже натаскал. Здесь, там еще одна лежит. Потом вот вытащил. Тут я дрова такие сложил. Ну, вернее, это ребята, когда работали, они сложили. Сейчас построю дровник. И тогда их туда перетащу все. Ну, а пока... Пока вот... Вот так вот. Так, друзья, ну и пока совсем окончательно не стемнело на нашем хуторе, я уже собрался домой, еду. Сегодня будет концовочка. Для вас экскурсия небольшая. Вон там виднеется мой хутор, дом. И самый ближайший дом, который был когда-то жилым, ну, относительно там недавно, то это вот этот дом. Он метров, наверное, в 700 находится от нас. Бабушка здесь умерла уже 3 года назад. Ну, то есть... 3 года здесь уже никто не живет. Тут видите, как все позавалено, развалено. И сейчас мы сходим туда, посмотрим, что же там происходит. Тут вот, сейчас я вам покажу. Не знаю, там, может, металл кто-то копает, там, или что там. Ну, непонятно, что-то стучит кто-то. Но здесь живут бобры. Ой, там вон еще банька, я даже не видел, там вот она стоит далеко от дома. Ну, здесь вот все попилили, погрызли бобры. Основательно они здесь. Кто-то вот сюда приезжает, ну, не знаю, кто тут что делает. Гаражик тут есть, вот там... Одна елка большая завалилась, а одна осталась. Окошки маленькие, домик старенький. К домику уже не подходит. Электричество отрезали. Это гаражик здесь. Там вот какое-то еще вдали строение есть. Ну а там, наверное, самое дальше, там находится... баня. Дорожка туда вот какая-то пошла. Ну, это надо будет сходить белым днем разведать все. Ну, а так вот сам домик. Крыша уже вот там продырявилась. Как бы мы не полезем. Тут видно, что хожено, все перелажено. Кто-то вот ломился сюда в гараж. Тоже натоптано. Не знаю, тут звери, наверное, ходят. Старый комод. Ну, как обычно в гаражах. Видите, стол деревянный, кто-то сломал, ножки интересные, красивые были. Ну, а это уже советского периода комод. Тут ничего интересного. Ну, вот ели большие сажали. Сарай, иди сюда, иди сюда. Ездунов хватает. Движение здесь есть. Лампочка висит. А здесь красивые цветочки. Я увидел. Сейчас я вам покажу. Кстати, надо будет посмотреть от клещей. Ты привык, что у меня на хуторе уже все обкошено.
Будочка здесь была, собачка когда-то жил. Ага, и здесь вот тоже вход. Двери открыты уже с этой стороны, но там еще закрыто. Забыл, как называется вот эти цветочки, но у бабушки такие всегда все росли. Джон услышал, там кто-то он бегает, нашершился. Глинобитный сарай, он уже покосился. Там вот еще одна построечка. И там вдали какие-то построечки. И вот виноград здесь. Видите, рос. Попробую. Ну, он уже забродил. Мусорник. Ну, винограда вот можно много. Кстати, вот отрезали. Вот стул был, он упал. Ну, наверное, оторвался. Это громад вот тут большой. Так что вот такие. Ну, я не пойду в дом. Не люблю ходить сильно в дома, в чужие. Кстати, дом стоит, смотрите, на каких камнях. Видите, этот домик попроще. Тоже яблони старые. Тоже их никто не опиливал. Надо смотреть под ноги, чтобы не напороться ни на что. Ох, как сарайка развалился. Совсем развалился. Так, надо мне выбираться. Такая небольшая вот экскурсия. Хотел посмотреть здесь все время. Думал, трава вот сейчас опала. Ну, все равно трава еще большая. Не слегла. Там вот тоже растения растут. Ну, то есть видно, что относительно недавно здесь жил человек. Ну, 3-4 года вот не живет здесь бабушка раньше. Ну, понятно, что она там хозяйственную деятельность уже не вела давно, наверное. Раз бабушка старенькая была. Ну, вот так вот. Тоже старинные деревья высокие, старые. Ели. Там насажены ели. Очень интересное место, кстати. Надо будет все-таки его более подробно разведать. В белый день. Попрыскаться специально от этих самых клещей. Чтоб не набраться. И сходить, походить, посмотреть. Вот вам, может быть, когда-нибудь выберемся с супругой. Она меня очень любит. Заниматься, ну как это называется, диггеры по заброшкам, которые. Ну, мы такие лайтовые диггеры, практически даже не залазим в дома, только так, если посмотреть, ничего не копошим. Просто интересен быт, как люди жили. Тем более это находится вот возле моего хутора. К сожалению, видите, мусора всякого якого. Так что вот так. Дорогие друзья, ну, я завершаю сегодняшний выпуск. Спасибо вам большое, что вы были со мной. Не забудьте поставить лайк, подписаться. Кто еще не подписан, дальше будет интересно. Следующая серия не за горами. Я, знаете, когда для хутора старался, делал вот это здание, сооружение, 4 дня. 4 дня я работал, ну, с 12 до 6 стабильно, не переставая. Никаких перерывов у меня не было. То есть, ну, 6 часов работы за 4 дня. Вот 6 у 4, 24. За сутки, можно сказать, именно рабочие я построил. За 24 часа это сооружение. Очень доволен, оно нужное. И, так сказать, я же, понимаете, все начинаю творить своими руками. Понятно, что еще не все получается, что нету необходимого инструмента, но есть громаднейшее желание все делать самостоятельно для себя и своими именно руками. Я очень доволен. Тут кто-то что-то стучит. Так что хутор живой. Все, друзья, поеду домой. Вернее, на работу, а потом домой для вас монтировать выпуск. Спасибо вам, что вы были со мной. Пока. Джон!